Всем привет, меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хопьевили, и это игра Don't Starve Together. Я играю вместе с вами, мы пытаемся меня воскресить, но в предыдущей серии я... Получше меня убила лягушка. Здорово. Суицидник, чувствую. Так, сейчас Ваня пытается что-то там найти, что ты пытаешься сделать? Я поставил ловушку, чтобы кролика поймать. Надо 4 штуки. 4 долбанных кролика, понимаешь? А я могу поддержать костёр? Как это тебя затратно вообще-то, это, блин? Решай. Может, ты так полетаешь? Не, я вообще не, я ничего действую, я кроме карты ничего открыть не могу. Теперь у меня есть меч. Блин, ты мой меч стырил. Пока. Давай ищи, точнее. Разожги костер, у нас костер потом. Почти еще. Где бревна? Там свои кучи вот этого. Бельница. На! Кстати, из-за призрака ты мне рассудок понижаешь, иди отсюда. Пойду поскитаюсь, пойду полетаю. Может, найду какой-нибудь свинский этот алтарь. Ты что-то рычит, короче. Палки нужны, камни нужны, все нужно. И ничего нету. Доски, камни, палки. О, нашел. Кремень. Теперь я могу сделать топор. Здорово. Я пока скитаюсь, пытаюсь найти этот свиной алтарь. Может, чем-нибудь найду. Прикинь. Че? Прикинь, нашел. Ну и чё там? Я воскресился. Ну, нормально. Здорово. Так, теперь нужно бежать. Ты собирай свои вещи. Подожди, мне надо этот какой-нибудь костер. Охренеть, мне сейчас бежать до тебя. Куда ты туда уполз? И чё-то я тебя не вижу. Ладно, короче, обратно вернусь. Я почти добежал. Ну как почти? Там еще есть что. Тогда я цилиндр тебе отдам. На. Все, давай. Он мне не нужен. Так, кремень не нужен, кремень нужен. А где мой меч? Я свой на твой поменял, и свой теперь найти не могу. А вон там какой-то меч. Где? Вот он поднять, когда на где я стою. О. А твой у меня? Нужен? У меня есть один. Алло. Руки тянутся, дави руку. А что будет, если дотянется? Потушит наш костюм. Звук дебильный. Так. Где взять, блин, я забыл, как и в прошлый раз эти сундуки делал. Рука тянется. Я даже не двигаюсь. Тупая рука. Так. Мне нужно еще 2 блока. Я пытаюсь... Блоки валялись, ты собрал? Да. Ой, я нашел, где сундук крафтится. Мне нужны эти. Все, я понял. Да, главное не забыть. И крафтится сундук. Так. Так, а мне надо найти еще один кремень, сделать кирку и покопать. Я нашел кремень по фасту. Мне надо еще. Бревна для того, чтобы сделать доски, из досок сделать сундук. Угу.
сейчас скрафтить топор, наверное. А, ну тут топор. Эх, я вообще ничего не могу скрафтить в данный момент. Его. Сколько тут лягушек-то? Сделай сюрикены или копья, я не знаю, а что-нибудь. Сделать? В оружие посмотри, раздел оружия. Смотри, что там можно. Сейчас посмотрю. Для начала мне нужно сделать топор. Много лишнего. Я лед нашел. Лед, давай бери лед. О, у меня дерево напало. Почему с тобой вечно какая-то хрень происходит? Ай, со мной зато интересно. Так, дерево, ну иди нафиг. Понимаешь, что да, как бы я нарушил, я... Давай я посажу, я веселый, я посажу. Бери шишку. Я могу посадить, я сажу, вот. При тебе сажу, вот, на, все, посади. Че, не нравится? Мало. Мало? Там есть еще одна шишка. Дерево, иди нахрен. Бери, бери шишку. Сади сюда. Садил. Че, мало? Вообще зашибись. Надеюсь, ты не сдохнешь. Я сам на это надеюсь. У нас на базе столько лягушек. Ваня, иди быстрее. Да. Так у меня гранаты кончились. Ну, столько крови. Не только на базе, тут вообще просто лягушек скачет тысячи. Нужно убежать от этого дерева. Ну зашибись, все сюрикины повыбивали. Вот ту-ту-ту-ту-ту-ту. Черт подери. Ночь наступает, Вань. Угу. За мной дерево бегает. Так. Но тут есть сюрикены. Если бы это дерево... Помоги мне убить это. Ооо, не, давай-ка без меня. Пойду погуляй. Его невозможно убить, у него хп нет, понимаешь? Ну это ты так думаешь. Закидывай, закидывай, говно. Где там крот сзади подкрадывается? Prepare to die, кричит мой персонаж. О, живое бревно теперь выбили. Нормально. Сложить вместе. Классно. Сколько мы еще примерно будем? Ну, 10 минут только записано. Ну еще сколько будет? Сейчас я через запишу их всем. Это меня тут Лоу зовут. Просто спросил, сколько по времени. Я кидаю эти бревна, короче, в костер, и они кричат. Так зачем ты их в костер? Они, наверное, нужны. Может, из них что-то крутое скрафтить можно.
А больше мы вряд ли где еще найдем такие. За такой срач просто, блин. Так. Нам нужны, мне нужны еще доски. Сейчас еще может прийти такая квазимода. Я деревья пошел рубить. Здорово, блин. Готовься хватать сюрикены. Хорошо. Надо еще сюрикенов накрафтить. Доски поддерживают костер. Вон те бревна. Угу. Так, что надо выкинуть? Что выкинуть? Нужна селитра? Mm-mm. Забери. Нет. Взял. Так. Мне не нужна. Так. Камешки. Нет. Мне надо еще чуть-чуть бревен. Ну жди, походу. Хотя вот валяются, да? Вон валяются. Угу. Даже не знаю, откуда они там взялись. Утро. Кстати, что там с ловушкой на кролика? Угу. О! Так. Все, у меня кролик есть. Попался. У меня есть кролик, я могу его отпустить, могу убить, я могу просто держать в инвентаре. Он же там будет нужен, да, для чего-то? Сделай, ну так, это чтобы сделать фигню для воскрешения. Вот, сделай ее. Там 4 кролика надо. Ну собирай, собирай, потихоньку, да соберем эту штуку для нас для воскрешения. Надо плюмы нам еще потом понадобится. Что там нужно еще? Тебе. А, мне? Мне нужны доски. Ну, точнее бревна. Еще? Я тебе бревна собрал, там надо еще бревна. Много. Я же могу сам нарубить. Чего-то много. Шишечку мы сразу же посадим. Сейчас к Квазимода может прийти это снова. Нет, я шишку посадил. А я тут много деревьев нарубил. Ты одну шишку, я уже 10-ю рублю. Так. Квазимода, я призываю тебя. Вот, я могу. Я создал сундук. Че? Кажется, я допризывался. Не-не-не-не, иди в пень. Че, пришел? А! Ура! Аля, я веду тусовку к нам. Зачем? Он уже едет. Он уже в пути. Выезжает. Бревно. Вон бревна 11 появляется. Сюрикены готовь. Сюрикены. Тут лягушка на меня напала. Какие нахуй сюрикены? Я сюрикены давно выкинул. Иди, лягуху. Слышишь, звучит? Да. Спасибо, что ты все, что-то всех лягух отвлек на себя. А ты тогда с деревом разберись. Ты же ведьмак. Ага, ведьмак. Так. Чувак, ты не дерево. Ведьмак. Оно, наверное, ушло. Ща еще раз призовем. Не надо. Ты же бревна нужны были. Я пытаюсь у нас на участке убраться. А, не, вот он идет. Все нормально, все нормально. Все в порядке, он идет. А все в порядке, ты нифига не в порядке, Ваня.
давно лежит уже сухшее мясо монстра. Да выброси его вообще. Выброси, выброси. Надо же от него избавиться, правильно? Ну съешь. Тут еще лягушачьи лапки валяются. Целая куча. Вари не хочу. Алло, оно близко. Зачем ты его ведешь к нам на участок? Оно со мной, оно само идет. Так ты убегай. Так оно само все равно сюда придет. Привет. Хочешь с деревом подряться? Нет, не хочу. Оно хочет. Еще много этой штуки, короче. Блин, не ешь сырые лягушачьи лапки, рассудок падает. Меня он сейчас поднимает в данный момент. Ну, если лягушачьи лапки. И он, и даже и отваренных понижает в лягушачьих лапах. Алло, там 11 бревен валяется. Тебе нужны были. Зимо, да? Привет. Так. Он уже почти дошел. Ему всего ничего осталось. Зачем ты это делаешь? Сквозимоды веселей. Сквозимоды веселей. Да, да, он как мой батя. Сказал человек, который... У которого есть юрикены. Человек, у которого их нету. Нам нужно, короче, пойти сжигать деревья. Черт. Тогда и не один десяток таких парней придет. Плевать. Так, нам нужен этот. Как его? Че кого? Забыл, как называется. Ой, с тобой поздороваться хотят. Зашел на тусовку. Охренеть теперь. Куда ты пошел? Мочи его. Мне есть, мне еда нужна. Вон там ягоды расцвели снова. Выросли. У нас просто, у нас... Ну давай-ка ты не будешь возле сундука умирать, отойди-ка оттуда. О, я нашел 37 кремния. Отлично. Ты можешь поможешь? У меня нет сюрикенов, понимаешь, да? С руки. И вот. Во, как быстро-то откинулся. Ну, такие как эти, знаешь, что? Подбежали, ударили, убежали. Подбежали, ударили, убежали. Ну, а как еще таких упырей убивать? Только таким способом. Нам нужно много сундуков, ты понимаешь? Для этого нам нужно много бревен. А для бревен нужно много этих. Вон валяется бревно, вот валяется 8 бревен. Выкинь эту хрень куда-нибудь, пожалуйста. Далеко-далеко, она мне нахрен не нужна. У меня их очень-очень много. Она только занимает мне весь инвентарь. Она хочет быть с тобой, а ты ее выгнал. Ага. Нужно еще много-много камней для того, чтобы создать эти блоки. Создать. Оля, все плохо. Все плохо, почему все плохо? Потемнело, а я непонятно где. А, во. Так. Ну, нам еще надо для этой штуки, так. А чё, нет никакой мусорки там? Ну, думаешь, что нету. Чтобы убрать все вот это испорченное. Нету. Ну, это ещё твой сундук есть, который пустой бегает причём. Не трогай его, это мой сундук. Он пустой бегает. Пусть бегает. Ваня, он пустой. Я буду в него вещи складывать, когда мало, когда... вещи складывать? Которые я буду с собой носить. Вот, например, у меня в рюкзаке сидит кролик и палка лежит, которая призывает эту штуку. Я буду складывать в него и в рюкзак такие самые полезные вещи. Прям ужасно полезные. Ужасно полезные вещи. У нас тут срач такой на участке, блин.
Ну, не мои проблемы. В следующей серии ты будешь убираться. Вот тупо видно, что ты будешь убираться, ты понял? Перетопчешься. Я сейчас еще одного призову, ты добазаришься. Не надо. Он уже идет. Не надо. Я слышу, как он топает. Не надо. Под звук срубленных деревьев. Ваня. Колдуй, баба, колдуй, дед. Леший сейчас придет. И засадит тебе. Зашибись. Веткой в лоб. Так. Собирай, нам нужен, короче, ветки и древесный уголь. Сжигай деревья и давай. Нам нужен древесный уголь. Сжигай, я приношу сюда все. Алло, а что-то слышу, что-то рычит. Это лягушка. Рычит? Наверное. Да, пособираю травы. Света. Ой, боже мой, ты что, только что дерево испугало. Вовсе ну, неустанно продолжает звать меня в лигу. Ну, короче, если будет нападать на нас дерево, знай. Ты нарубил деревья. Да? Нет, я не нарубил деревья. Я их поджег. Гинил. Где ты их поджигаешь там, поджигатель? Я не могу зажечь дерево, понимаешь? А ты где? Может быть, его и не надо зажигать. Я фиг знаю, как его добывать. Не факт, что таким способом, которым ты сейчас там занимаешься. Ну, по идее, это же дерево. Дерево должно сгорать. А из дерева вылезает древесный уголь. Как-то бревна обычно сжигают. А не само дерево. Там лягушачьих лап. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, у меня голод и жизни. Вот тут, мне надо что-то съесть. Срочно. Там куча еды на базе валяется. Я потерял один лаз базы. Я ее пробежал мимо. Возможно. Мне ужасно холодно. Холодно, господи, голодно. Тут куча еды, там лягушачьих лапок целая куча. Можешь сырыми поесть. Ой, сырыми не надо. В принципе, ничего сырым есть нельзя, тут надо все жарить. Я ем иногда. Вот, например, кроличье мясо. Хоп, сырое съел. Рассудок потерялся на 9 всего лишь. Так что нормально. А я ем грибы, у меня не пополняется голод, но зато пополняются... Семена можно есть. Вот тут, нифига себе, у меня рассудок как попёр. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Падает? А? Падает? Да, очень сильно причем. О, это была плохая идея. Есть сырыми лягушачьи лапки. Я притащу сейчас целую кучу мяса. Ладно, ребят, давайте мы будем заканчивать уже. Мы с вами в 4-й серии на игру. Престолов. Together, я забыл, как он называется. Нормально, да? Don't Starve. Don't Starve Together, увидимся с вами в следующей серии. Где мы попытаемся не умереть, по крайней мере я. Ваня, у Вани все хорошо. Я же Соня.
Ладно, все, всем пока, до скорой встречи, всем пока.